Долгожданная и результативная сессия. У Запорожского областного совета появился председатель. Кандидатуру Григория Самардака предложила фракция «Блок Петра Порошенко» «Солидарность». Само голосование проходило не более получаса. Столько же понадобилось счетной комиссии, чтобы подвести итоги. Проголосовали 66 депутатов, из них 62 отдали свои голоса за Григория Самардака, четверо воздержались. Председатель облсовета принял присягу и обратился к депутатам. Я впевнений, що наш новий регіональний парламент стане надійним провідником всіх перетворювань. Обласна рада з новими повноваженнями надасть нам можливість більш ефективно та комплексно впроваджувати реформи. Нова система влади доведе свою дієздатність, адже завдання у нас одне – захист інтересів запоріжців. Шли четыре вопроса об избрании заместителей главы облсовета и утверждении состава и количестве депутатских комиссий. Подробный репортаж о сессии областного совета смотрите в наших следующих выпусках новостей.